Привет, зритель! Сейчас тебя ждет обзор моей уходовой косметики в виде запасов. Я подумала, что запасы – это то, что вот у меня стоит, и на данный месяц я пользоваться не буду, и оно ждет своего часа. Или то, что, допустим, я еще не успела увезти в деревню, потому что в этом году получилось внезапно так, против совершенно моих желаний, что у меня не получилось ездить в деревню. С одной стороны, из-за этого самого вашего ковида, с другой стороны, еще из-за погоды, ну и еще с какой-то стороны. И если тебе, дорогой зритель, хочется посмотреть, что у меня есть помимо вот этих моих запасов косметического ухода, то глянь, пожалуйста, ролик «Мой уход на июнь». Вот там как раз будут те продукты, которые сегодня сейчас тут не покажутся. У меня есть волшебная пена. Когда я увидела это название «волшебная пена», я сразу подумала, что это волшебная пена для ванн. И внизу написано шампунь. Про шампунь я уже увидела дома. Волшебная пена, шампунь для всех типов волос. С провитамином В5. Горная липа. Очень вкусно пахнет липой. Хороший дешевый шампунь. Сиди, зритель, ровно. Этот литровый шампунь стоил 50 рублей. Я покупала в магазине нужные вещи, где покупала свою сковороду, которую в каком-то стриме как-то обозревала. Еще, наверное, что-то там покупала. А, чайничек, который отдельно обозревала. Короче, в общем, если тебе интересно, я оставлю, постараюсь оставить ссылочки в самом ролике под буковкой «И». В общем, это у нас волшебная пена. Хорошо моет волосы. Реально для всех типов волосы. Мои жидкие и жирные мыло хорошо. И после того, как они стали немножко сухими и жидкими, тонкими, в смысле, тонкие, жирные, тонкие, немножко сухие, немножко подсохшие жирные волосы, она тоже хорошо мыла, и пену хорошую дает, как пена для ванн. Тут как бы не полный сейчас флакон, потому что мне нужно было шампунь для деревни. Я сейчас его покажу, я отлила немного, 300 мл отлила шампуня, и еще у меня как-то была пена для ванн, я им как бы мыла волосы, как я уже сказала, даже немножко его использовала как жидкое мыло, универсальный такой шампунь. Что за фирма? Мне самой интересно, что за фирма. Так, фирма, ты где? 3О Альфа Тех Форм, Москва. Кадашовский переулок, дом 13. Очень хорошее такое число, дом 13. Короче, она еще и концентрированная, эта волшебная пена. Можно вот немножко взять, развести водой, и вот вам совсем такое счастье. И вот то, что поедет в деревню, у меня был другой шампунь, который вот я использую уже полтора месяца, он как раз у меня на июнь тоже в уходе, я его не оповещала на май в уходе, потому что он совершенно случайно так случился, а вот на июнь он уже официально в уходе, вот здесь вот во флаконе из-под Ифраше с его снятого очень классного шампуня, который вот у них просуществовал, но снялся, я перелила сюда эту липу, она уедет в деревню. Так как у меня, в принципе, ну, у нас в родственниках, и кто, возможно, там бывает, может быть, иногда, возможно, внезапно не совсем родственники вдруг приспичит голову помыть, да, то там как бы у всех разные типы волос, по большей части, поэтому он как раз для всех типов волос. То, что тоже по деревню, но в пакетике, просто я как бы рассчитывала, что это недели две назад отправится, но вот не случилось. А сегодня у нас 29 мая. Особая серия. Кстати, тот шампунь, по-моему, тоже был особая серия, который на июнь. Освежающий гель для душа, мятный лимонад. Что-то он дофига бюджетно стоит. Но он, слушайте, вроде он, возможно, он 50 рублей стоил в том же магазине. Вот это бюджетнее. Тут целый литр. А тут у нас 370 грамм внезапно. Я его не пробовала, просто мне что-то тогда хотелось купить какой-нибудь фигни такой. Ну, знаете, иногда вот ходите, у вас все хватает, а тут, такая прикольная штука, хочу купить, я купила. Вот это уже идет подарок от подписчицы Лёли, он у меня был в уходе на май, но в этот раз я его решила взять в деревню. Отдельный потом ролик тоже будет с косметикой для деревни уходовой. Тут просто три пока продуктика. Это у нас... Следи за мечтой за своей или беги за мечтой за своей. Крем для рук и тела, регенерирующий с мышкой. Евролайн, 12 месяцев после вскрытия. Так как он два в одном, ну и для тела, и для рук, то я решила, что он в деревню сойдет. Ну и он у меня, в принципе, пока идет в запасы, потому что в деревню я пока еще, к сожалению, не уехала. Совершенно не открытый. Это подарок от Лёли. Тут, наверное, ну, если не половина, то треть-то, наверное, точно от Лёли. Подписчица из Тюмени. Привет, Лёля, спасибо. К Лёлечкам.
Avon Essence Spa, магия Индии, кардамон и сандаловое дерево, увлажняющий крем, гель для душа с экстрактом меда и соевым молоком. Вот такой вот большой гелик на 500 мл, я его когда-нибудь буду использовать. Кстати, вот это вот ролик, это идея Лёлечки. Той, которая задарила еще и вот этот гелик. Это Avon Essence, увлажняющий, дивная сказка с роскошным ароматом сандалового дерева и ванили, крем-гель для душа, 100% экстракты натурального происхождения. Меня тут пару раз как-то подруга спрашивала, тебе, говорит, Avon, ничего не надо? Я так смотрю, думаю, блин, а у меня все есть. В Oriflame ничего не надо? Да как бы, может, что-то и надо, но у меня все есть. И тут был такой момент, она... В общем, мы с ней, ее мужем, с другой части города возвращались. Она говорит, нам надо, говорит, в магазин там то купить, все купить, там это всякие гели для душа, еще что-то. Я думаю, блин, а мне ведь не надо. Мне ведь не надо. Avon Care, масло кокоса, восстановление, лосьон для тела, для сухой и очень сухой кожи, 400 мл. Это тоже подарок от Лёлечки. И вот хорошо, что я решила делать этот ролик, потому что я совершенно забыла, что у меня вот такой бальзамчик есть. Ну, он лосьон для тела. Ну, лосьон, бальзам, в принципе. Green Mama, крем для сухой кожи рук, календула и масло смородины. Это, кажется, я... Или я покупала его сама по себе, или я покупала его уже по сертификату от подписчицы анонимной. Вот. Хороший крем, он у меня уже... Вот такой флакончик уже был в использованных, и вообще-то хороший крем. Сливки. Green Mama, формула тайги, сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень одуванчика, не ароматизировано. Возможно, я их возьму с собой в деревню, потому что, ну, иногда бывает, надо протереть физиономию. Я их покупала еще сама хрен знает когда. Вот. По-моему, год назад я их покупала. Они мне вообще тупо нравятся. Они 170 мл, очень экономичные, надолго хватит. И я их как-то давно-давно не покупала. А тут в прошлом году, когда делала какой-то заказ, что-то увидела и думаю, надо купить. Мне просто нравится пользоваться молочком, допустим, каким-нибудь. Я раньше молочком чисто протирала лицо, косметическое молочко. Или молочко, или сливки там для лица. Не обязательно смывать макияж, можно просто смывать всякую грязь. Green Mama, формула тайги, шампунь для жирных волос, черная смородина и крапива. Я его очень давно не покупала, но вот тут внезапно купила. И вот у него осталось где-то чуть больше трети. Но так как у меня волосы слегка изменились из-за осветления, ну, я думаю, потом обратно вернуться в свою стезю. Ну, по крайней мере, я попробую его. Если уже не вернуться и будут слегка подсушенными. И этот жирный шампунь для жирных, шампунь для жирных волос им не пригодится, но я его пущу на какой-нибудь гель для душа, допустим, или пену для ванн, или жидкое мыло. Он очень концентрированный, я его разводила обычно. Хороший, кстати. Так. Вот зубная паста, которая недавно была в обзоре с заказа Сазон. Тут 180 грамм, и она еще откроется не скоро, потому что у меня еще та зубная паста как бы не закончилась. Это корейская зубная паста с немножко другой фирмы. Та, я не помню, Dental Clinic, а это хрен знает как называется. Ну тут прополис. С прополисом. Ну, в смысле, прополис-то он вообще в одно слово, но написано так, будто это как бы про. Так, у меня тут горстка мыла. Мыло от Лёли, от подписчицы все той же. Мыло туалетное, целебные травы, лаванда. Бережное очищение с природными травами. Хорошее, большое мыло. Но вот если у вас мыльничка, в которую попадает вода, это мыло может размякнуть. Но я им мыла даже голову. И похоже, мыло голову. Универсальное мыло. У меня тут подруга как-то была в гостях, и мы с ней так сидели. Я говорю, вот такое мыло. Она говорит, вот у меня есть какое-то там мыло. Я так поняла, что у нее мыло той же самой фирмы, только хвойное. Она говорит, я им голову мою, как гель для душа использую, как для рук, и постирать, и вообще универсальное мыло. Главное, чтобы мыльничку не попадала вода. Это мыло уже вскрытое, потому что я его вскрывала. Я покупала его в этом году как лимитку, ну это лимитка новогодняя Ифраше, сделанная во Франции. Вот красненькая такая бумажечка мыло было, какое-то супер не мыльное, супер сухое, супер растрескавшееся, супер хрен знает что. Вот это не знаю как будет, то у нас хвоя как бы. Вообще где-нибудь написано, что это? Тут не написано.
Ну, короче, сроком годности оно до 07.22 года, я надеюсь, его уделаю. Если оно будет тоже плохо мылиться, то я его пущу на СМР. Так. И Мари. Эйвен. Лосьон. Это тоже подарок от подписчицы Лёлечки. У меня еще, по-моему, такие же душки есть от нее. Ну, обзор коллекции, обзор запасов парфюмерии тоже будет на этом канале. Так что вот вы увидите ту парфюмерию, которая сочетается с этим лосьончиком. Крем, он как бы вскрытый, но вот сейчас пока им не пользуюсь. Я вообще думаю, может его в деревню взять. Хотя у меня там как бы лосьон. Но он для рук и тела, а ноги тоже с одной стороны тела. Чтоб ногу не тащить, можно и лосьоном, а можно, в принципе, и этот крем. Крем для ног. Увлажняющий ночной крем для ног с экстрактом лаванды. Вот, наверное, его лучше всего в деревню взять, потому что обычно я там пользуюсь кремом для ног как раз вечером после того, как... Ну, утром как-то у меня не случается, или после душа как-то я иногда забываю ноги помазать. А вот вечером после душа я перед сном как раз вот всегда в деревне мажу ноги. В общем, тут 150 мл, но он как бы немножко уже попользованный. Он очень экономичный. Приятно пахнет, хороший крем. Ну и, как говорила, это Avon Care. И подарок от подписчицы Лёли. Так, снова подарок от подписчицы Лёли. Тут два уже мыла. Одно у меня сейчас в использовании на кухне, потому что вот у меня такая фишка, что я помыла посуду, даже если в перчатках. Но иногда надо помыть руки с мылом. Отличное мыло. Хорошую пену дает, хорошее детское мыло, туалетное мыло для детей, крем и чистотел, ромашка, крем и ромашка. И вот было там крем и чистотел 2, и вот одно у меня сейчас в использовании. Насколько мне известно, оно продается в фикс прайсе. Такая вот коробочка. Бальзам, кондиционер для жирных волос, Green Mama, формула тайги. Универсальный, он со всеми любыми шампунями сочетается, но я сейчас пока его не использую, и он у меня вот пока стоит в запасах. Хотя я его пользовала. Так, совершенно неоткрытый полноценный тюбик Green Mama. Формула тайги, шампунь от перхоти. Лесная вишня и репейник. Ну, у меня перхоти очень давно уже нету, но мне он очень нравится по аромату и по тому, как он себя ведет с волосами. Он для всех типов волос, но вот у меня был более дешевый вариант, и я что-то этот пока не открыла. Мне захотелось тот попробовать. Вот этот у меня идет в запасы. Я просто помню, мы с подругой меня уже как-то осветляли, я пользовалась именно этим шампунем с вишенкой, и у меня с волосами, ну, не было такой проблемы, что долго-долго приходится мыть, смывать, вымывать, и чтобы они не были супер запутанными. Именно вот как после жирного, для жирных волос у меня они очень какие-то высушенные были. Надо было пользоваться именно бальзамом, хотя при просто жирных волосах я могла им шампунем этим помыть волосы, и у меня как бы бальзам не обязательно было. Вот это подарок от моей тети мамы. Догадайтесь как? Догадайтесь, что? Это Avon Care. Огромный такой флакон, 750 мл, увлажнение, обогащение с йогуртом и медовым медом, лосьон для тела для нормальной сухой кожи. Вот именно в таком формате у меня первый раз попадается Avon. Можно сказать так, подарок на Новый год внезапный. Он еще не открытый, тут даже вот сюда фиксировано. Но я еще им успею воспользоваться вполне себе. У него еще 2,5 года до срока годности. Avon Care. Увлажнение и... С алоэ и огурцом. Очищающее средство для лица, для всех типов кожи, 200 мл. Это тоже подарок от подписчицы Лёли. Я, кажется, его немного пользовала. Но сейчас он у меня пока идет как бы в запасах. Потому что у меня другая пенка, это фреше. Что за пенка, если интересно, опять же, отсылка. Гляньте ролик уходовой косметики на июнь. У меня вот это есть, я про него забыла совсем. Сыворотка для тонких и нормальных волос. Магия гиалурона. Мне Женька его как-то дарила на Новый год. У него, по-моему, еще года полтора сроком годности он. Надо ее как-нибудь уже достать, может, дозаюзать. Так. Я им как бы пользовалась, но какое-то время не пользовалась, поэтому он ушел пока в полку с запасами. Детский крем с чередой. Green Mama, 170 мл. Может быть, я его возьму в деревню. А может быть, ну, смотрю. Может быть, тут оставлю. Хороший, экономичный флакон, большой объем.
Классный крем, вот реально такой, и для детей, и для взрослых, если вас, допустим, укусил комар и чешется, или какая-то химия в еде была и чешется там кусок кожи тела, то можно им помазать, и все пройдет. О, она все-таки еще жива. Я только сейчас про нее вспоминала перед тем, как ролик начать писать. Улетай, маска освежающая калиновая с ментолом. Green Mama, это мне дарила еще зрительница Ира, которая приезжала ко мне. Вообще, ну так, двое человек ко мне приезжали еще на ту квартиру. Вообще с четырьмя я в реале встречалась. К двоим я приезжала, и двое ко мне приезжали. Вот это первый зритель, который встречался с Лёлей. Я не знаю, Ира вроде смотрит меня, не смотрит, но мы с ней давно на связь как бы не выходили, уже года, наверное, полтора. Я даже как-то ее потеряла, и она может находиться в каком социальном чате. Ну, в общем, Ира, если ты вдруг меня еще смотришь, привет. Она еще жива. Я ее потом вскрою и посмотрю, как она. Жива совсем или будет в пустых баночках июня. Я что-то про нее совершенно забыла. Я как-то ее на очень видное место поставила. Ой, у меня тут упал. Флакончик стоял и упал. Green Mama, крем для ног, 24 часа уход. Мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите, фуд крем. 0 парабенов, красители минерального масла. В общем, это как бы новинка, но я ее еще не открывала. Ну, если я, допустим, возьму с собой в деревню Эванке, то вот этот у меня будет на лето в городе. Потому что тот другой крем от Green Mama, он когда-нибудь да закончится. У меня есть волшебный красный бочонок от Oriflame, от подписчицы Лёлечки, а я его еще не вскрывала. У меня потому что в свое время что-то было дофига всяких этих разных красных бочонков. С чем он тут? Может, что-нибудь где-нибудь написано. Ну, в общем, красный бочонок. Ну, классический рифлемовский бочонок, там, для ногтей, для локтей, для пяток, для бальзамка, для губ можно использовать. А у меня есть, это я сама покупала. И фраше, аргания и роза. Так кто у нас вообще? Масло для душа с арганией и роза, традиции хамама. Мне очень нравится традиция хамама. Это обновленная уже версия от Ифраше. Я заказывала как раз, когда заказывала эти лимитки Нового года в начале этого года. И оно сделано во Франции. Эгегей. Мне вообще нравятся ифрашевские масла для душа. Ну, как бы у меня сейчас много всяких гелей. И даже ифраше уже есть. Это подарок на день варенья от, не знаю, зрителя, кажется, Сергей. Короче, его как-то звали до этого по-другому, а потом вроде звали Сергей. Мое солнышко, бальзам для губ детский солнцезащитной серии «Мое солнышко». Можно наносить на носик, на лобик и на ушки малыша. Я только сейчас это прочитала. То бишь при желании я могу на носик и на лобик себе нанести, и даже на ушки. Круто. С витамином Е, экстрактом ромашки и маслом ши. Подходит для детей с 3 месяцев. Я думаю, мне уже может подойти, мне 36 лет. Я не знаю, сколько это в месяцах, можете посчитать. И ужаснуть меня в комментах. Гипоаллергенно, клинически проверено и рекомендовано педиатрами. 2,8 грамма. Вот он. Мне кажется, что-то подобное у меня было. Ну, это хорошая обычная гигиеничка детская. Вот мне нравятся вообще гигиенические помады. Я иногда в аптеке покупаю какую-нибудь гигиеничку, которую только в аптеке можно найти. Это чисто запас. Я его выбирала специально. Ну, там как бы был подарок за заказ. Я его специально выбирала, чтобы у меня вот было про запас, когда закончится, допустим, крем Green Mama-овский ночной. И вообще, чтобы тут было универсально. Мне такой крем вообще нравится моей одной подруге. И она мне его все время советовала, поэтому я решила себе, вот когда была возможность выбрать его в подарок, то я выбрала его в подарок. Защищает и смягчает кожу, биоромашка, увлажняющий крем, все типы кожи, день и ночь. Я его даже еще не открывала, только из фольги доставала, как бы баночку доставала, но баночку не открывала, когда делала обзор заказа Ифраше. Вот он у меня лежит в запасах, и срок у него до какого... До сентября 22 года, но я надеюсь, что я успею его использовать. Как раз вот еще приличненько так времени. Сейчас же 20-й год, можно сказать, еще практически 2 года. Так, концентрированный гель для душа, тиара и ланг. Это вроде мне тоже в подарок досталось за заказ, а может я его заказывала, все уж не помню. 40 применений его хватает. У меня был первый вариант такой, когда он только еще выпускался, вот эти концентраты, но с другим ароматом, и я что-то его не поняла. А тут что-то посмотрела, отзывы, думаю, почему не взять.
В общем, этот полноценно такой жиденький, как бы. Тот был как-то... Знаете, вот бывает, мед вы растапливаете, и часть на паровой бане, часть растопилась меда, а часть еще нет. И вот тот, который у меня был первый вариант такого же цвета, он был похож вот на этот мед. А тут вполне себе такой жидкий мед. И это еще не все. У меня тут есть мыло. Из какой-то посылки от подписчицы Лёлин. Лином, наверное. С глиной мыло. Крем-мыло туалетное, твердое, марки специальное с глиной. У меня еще такое же было с грязью. 140 грамм кусочек. Приличненький такой кусочек, хорошее мыло. И еще у меня тут есть. Внезапно. Вообще не знаю, когда это случилось. Два мыла. Они оба хозяйственные, но они как-то по цвету немножко разные. Можно, допустим, постирать ими. Может, я не знаю, может, ими можно и тушку помыть. Не в курсе. Надо будет в интернете посмотреть, моют ли тушку человеческую хозяйственным мылом. Калужский блеск. Вот здесь написано. А это, по-моему, или оно немного юзалось, или оно лежало просто у меня где-то, где было мокро. Может, оно слегка потрескалось тут. Наверное, просто лежало где-то так вот, что можно было слегка потрескаться. В общем, вот. Это мои все запасы уходовой косметики, которые у меня есть. Я думаю, что этого всего прилично. Если... Ну, я думаю, что на год, в принципе, хватит. Может, шампуней, конечно, на год и не хватит, но гели для душа, лосьонов для тела вместе с мылами уж точно должно хватить на год. Но если мыла вдруг не хватит, у меня есть мыльная основа, и я из нее свояю себе мыло. Могу и вам, если хотите. Короче говоря, всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Не ищите ничего плохого там, где его нет. Для тех, кто любит это искать. Хотя, если любите искать, то ищите. И всем пока!